1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Всем привет. Пришла посылочка из Золотого Яблока через помогаторов. Им спасибо за такой сервис. Давайте посмотрим, что я там подназаказывал. Может быть, какие-то мысли на этот счет у меня возникнут. Вот они. Так, открываем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вообще коробки я использую потом, когда переезжаю. Я в коробке складываю какие-то штуки, чтобы это все не валялось хаотично навалено. Просто вот я знал, что вот в этой коробке у меня это, вот в этой коробке у меня то. Ну и так понятно и доступно мне самому, чтобы не забыть, где что лежит. Вот. А то вот этот хаос с переездами, это всегда, конечно, испытание для нервной системы. Так. Так. Логическая задача. Да, так что коробки я не выкидываю, это в нашем, в текущем моменте сейчас очень важно. Так. Заказ небольшой. Раз, два, три, четыре, пять позиций. Кофеек. Так. Это вот то, чем я пользовался один раз, и мне очень понравилось. Он реально увлажняет кожу, делает ее чуть-чуть матовой. Для меня это не принципиально, матовость там не матовость, но ты когда его наносишь, этот крем, он прям реально увлажняет и как-то чуть-чуть тормозит жир, выделение жира, да, чуть-чуть матовый он. Вот такой вот кремушек. Всем рекомендую, у кого проблемы с жирностью и всем таким. Здесь ниацинамид 5% и омега-3, наверное. Тут по-русски должно быть написано. Для чувствительной склонной к акне кожи, пересушенной лечением. То есть это мэчится с ретинолом. Барам-парам-пам. Да, хорошая тема, мне нравится. Покупалась эта штука волшебная. Непонятно за сколько рублей. Ну, около 800 плюс несколько рублей. Считаю, за 800 с чем-то рублей это супер. Почему-то была открытая упаковка. Ну, главное, чтобы он работал. А, срок после вскрытия 12 месяцев. И это очень круто. Потому что меня очень сильно раздражают эти полгода после вскрытия, 3 месяца после вскрытия, как бы такое. В моем текущем положении надо растягивать это все. Так, дальше у нас идут что? Дальше у нас идут такие вот пэды. Я их взял. Ну, что-то смотрите, видите, да, тут жидкости. Жидкости нет. Обычно я думал, что она, эта жидкость тут прям плещется, а тут они просто так пропитаны. Немножко пожелобились. Anyway. Короче, эту штуку я беру для того, по моей волшебной теории, чтобы не просто протирать ей типа лицо, а делать такие маски.
тут бьюти-блогеры берут некоторые там три штучки на и нахлобучивают на лицо и так ходят какое-то время. Я думаю, так же поделать, но только не три брать, а там одну, например, да, там как-то вот это все. Типа увлажнение, все такое. С этим экстрактом растения, не, аналог центеллы, хую тюнья. У меня лосьон есть, я начал им пользоваться с этим же растением. Я думаю, будет неплохой матч. Тем более, что сейчас жара, вот эти все вот антиоксидантные охлаждающие эффекты должны быть. Буду держать их в холодильнике. Надеюсь, что они мне помогут справиться, справиться с будущими шелушениями, которые я планирую испытывать. Исходя из того, что я там сейчас вам дальше покажу. Ну да, лосьоны здесь практически прям, ну, нет, считай. Срок годен до 07.26, срок годности 3 года, 150 мл, тонер, пэды для лица с экстрактом цветков хаютюни, 84%. Посмотрим, как это будет работать, но... Как вы видите, я ожидал, что они будут просто плескаться в этом экстракте. А тут не так уж и его много. Но мы посмотрим, как это будет дальше работать. Дальше я взял вот такую штуку. Натуральная пенка для интимной гигиены. С молочной кислотой. Мой придуманный мир, в котором нужна мне эта пенка, состоит в том, что сейчас жарко и хочется дополнительной, как это, дополнительного ухода в интимной зоне, скажем так. И с учетом моей волосистости это имеет значение. Не просто гелем для душа поскрябать. А вот использовать такие вот средства, я ни разу не пользовался, хочу попробовать, стоит около 197, сколько-то вот рублей, 96,8 натурал, я не пользовался ей, такими средствами ни разу, но я надеюсь, что летом просто будет комфортнее в интимной зоне, поприятнее, скажем так. Они, как обычно, по-рабоче-крестьянски. Так, что у нас тут состав? Защита микробиома, уход и увлажнение, натуральная формула. Срок годности после вскрытия 12 месяцев, 150 мл. Что сказать? Буду пробовать. Давайте банку посмотрим, как выглядит. А, молочная кислота, она, кстати, такая... Exfoliating. Отшелушивает. Ну, тоже неплохо, согласитесь. Ну вот и для того, чтобы это все exfoliating и дышало летом особенно, я вот решил попробовать получить, так сказать, новый опыт за 187-197 рублей. 150 мл. Ну, посмотрим, как эта подружка будет работать. И последнее. Взял две такие штуки, упаковано зачетно, открывать, наверное, надо, да. Упаковка, кстати, зачет, я в восторге. Это липосомная сыворотка с ретинолом 0,5. Вот как раз сейчас, лето, жара, и я подумал, что мне нужно увеличить дозу ретинола, потому что у меня заканчивается... Этот мой Don't Touch My Skin 04. Нужно брать, пока есть такая возможность. Так, сейчас одну откроем, хотя может быть и две. Пакетики зачетные. Используем в хозяйстве. Пупырчатая пленка. Ой, блин, это та... Старая крышка еще старая, на которую все блогеры жалуются.
Так. Открываем. Зачем я ее взял? Ну, во-первых, это дешево. Во-вторых, все блогеры сейчас трезвонят об этом ретиноле, как о достойном соотношении цена и качество. Но в нормальной жизни я бы, конечно, не рассматривал этот вариант только как вот last call, как вот средство, которое вот вообще все. Только вот оно осталось, я бы его купил. Специально бы я бы его, честно говоря, ну вот, собственно говоря, крышка осталась. Она вообще, то есть, получается, не держит. Крышка. Ага. Там такие какие-то едва-едва заметные пазики. Что сказать? Без коробки. Это не очень хорошо, если честно. Надо... Прошу прощения. Надо будет как-то замотать, чтобы света меньше попадало. Так, что у нас тут пишут? 100% friendly. Full of love. И еще какие-то слова. Липосомная сыворотка с ретинолом 0,5%. Тарен-тарен-тарен. Срок годности 36 месяцев. Плюс 5, плюс 25. О-о-о. Секрет леди. Бля. После вскрытия 6 месяцев. Или не 6. 6 месяцев. То есть мне, конечно, придется поднапрячься, чтобы за 6 месяцев использовать один флакон. 50 миллилитров, если что. Вот и такое. Ладно. Ну, просто я сейчас не буду же каждый день ей мазаться. Я буду постепенно. Несмотря на то, что у меня уже там опыт есть, я уже больше, чем полтора года мажу этот ретинол. И вот он, эффект на лице. Я буду там сначала раз в неделю, вот буду сейчас миксовать, раз в неделю вот этот, через день Don't Touch My Skin 0,4, потом отдыхаю, потом Don't Touch My Skin, короче, я буду чередовать по своей выдуманной схеме в течение месяца, один раз в неделю я буду вот этой штукой пользоваться. И через день Don't Touch My Skin. Я надеюсь, что летом в плюс 31 не заработаю никакой чепухи, скажем так. Но я хочу продолжать пользоваться ретинолом. Мне нравится эффект. Почему я должен страдать летом? Потому что... Ну, короче, я буду свою жизнь подстраивать под ретинол. Короче, вот так. Философию пока... Колпачок херня. Это все прозрачное. Это очень плохо. Надо будет что-то обернуть. Вот. Вот хотя бы. Вот так буду хранить. В холодильнике. 0,5 за 0 за полгода. Я вряд ли, ну, буду стараться израсходовать, но как бы объективно. У меня вот здесь вот все очень тонкое, хрупкое и нежное. Ну ладно, посмотрим. Ингредиенты здесь очень минималистичный состав, кстати говоря, да, поэтому, скорее всего, это я буду закрывать лосьоном, чтобы увлажнять. А, ну буду как-то что-то миксовать и делать. Небольшое количество сыворотки нанести на кожу лица по массажным линиям только для наружного применения. Спасибо за информацию. Короче, в ходе каких-то видео я буду еще что-то там додумывать, говорить, делиться мнениями, но в первое впечатление для меня шок. Я ожидал, что это будет год.
срок годности после вскрытия. Почему я так думал? Потому что это русское производство. Я думал, что это будет не полгода. Почему у меня такие мысли? Я не знаю. Блин, ладно. Ничего страшного, разберемся. Буду делиться мнениями, впечатлениями. Все хвалят, все говорят, что очень хорошо работает. Там переходят на однушку сразу, но как бы вот до конца года я надеюсь использовать эту банку точно. Ну, короче, до конца года посидеть на 0,5. Потому что кожа все равно должна привыкнуть, обвыкнуть. И как-то так. Потому что какие у меня были эти побочки от ретинола, оглядываясь назад. Вот там, поднимаясь до 0,4, у меня болела кожа. Реально болела кожа. Я даже не понимал, почему так происходит. А потом до меня дошло, что, возможно, это вот так агрессивное воздействие ретинола 0,4. Потом у меня было ощущение, как будто вот верхний слой пергаментный. И это, конечно, такое. Но я мазался каждый вечер ретинолом и сверху у него увлажняющий крем от SVR. Синенький такой. Это тоже очень крутое средство, мне очень нравится. Но все равно была такая пергаментная кожа поверху. Ощущение было внутри стянуто все, а сверху такой пергамент как будто бы. Но шелушений никаких не было. То есть получается, в целом я более-менее нормально что-то делал, наслушавшись экспертов из Ютуба. Так, наверное, пока все. Спасибо большое за просмотр. Я держу вот это средство, оно прям палочка-выручалочка. Всем спасибо за просмотр. Хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока.